Всем привет! С вами Марина и Дима. И это канал DanceFit. И сегодня мы расскажем вам, как избавиться от ненавистных боков. Итак, выполним 5 упражнений. Поехали! Итак, первое движение. Ноги на ширине плеч. Таз зафиксирован. Руки в стороны. Тянемся за левой рукой. Как можно дальше. И теперь за правой. Очень важно, чтобы таз был зафиксирован. Еще раз. Влево. И вправо. Выполняем 30 таких повторений чуть быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Отлично! Еще один вариант этого упражнения. Немного усилим его. Одна рука на талии, другая за головой. Начинаем наклоняться в сторону, точно через бок. И возвращаемся. Важно, чтобы таз был зафиксирован. Вниз и наверх. Выполняем 20 повторений чуть быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично! Меняем руку. Одна на талии, другая за головой. Следим за тем, чтобы таз был зафиксирован. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Итак, следующее упражнение. Опускаемся на колени, садимся на пятки, руки перед собой. Поочередно переносим корпус из стороны в сторону. Мягко приподнимаемся, опускаемся. И в другую сторону. Поднимаемся, опускаемся. И еще раз. Выполняем 15 таких повторений чуть быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Отлично! Следующее упражнение. Мы переходим в планку. Ноги на ширине плеч. Таз подтянут. Поочередно начинаем работать ногами. Подтягиваем правое колено к левому локтю. И с другой ноги. Левое колено к правому локтю. Мы выполним 20 таких повторений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19, 20. Хорошо. Переходим к следующему упражнению. Выходим на локоть. Ставим ноги. Рука за головой. Итак, опускаем таз вниз. И наверх. Снова вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Нужно сделать 10 таких повторений. Двигаемся дальше. Сделаем то же самое с другой ноги.
вытягиваем ноги, рука за головой. Опускаем таз вниз и поднимаем наверх. Еще раз. И делаем 10 повторений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Итак, следующее упражнение. Мы выходим на локоть, колени согнуты. Нога уходит назад, а рука вперед. Рука двигается назад, а нога вперед. Скручиваемся, взгляд за рукой. И возвращаемся в исходное положение. Еще раз. Скручиваемся. Итак, сделаем побыстрее 15 повторений. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Отлично. Делаем все в другую сторону. Выходим на локоть, ноги согнуты, нога назад, рука вперед. Скручиваемся, взгляд за рукой. Возвращаемся в исходное положение. Скручиваемся. И возвращаемся. Делаем в темп 15 повторений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Окей. Отлично! Ставьте лайк, если вам было полезно это видео. И пишите нам в комментариях, какие тренировки вы хотели бы видеть на нашем канале. Новые выпуски выходят по средам и пятницам. Оставайтесь с нами! Пока! Пока.